Вот у нас Потапчик. Смородину кушает, да? Нам привезли ветки прям с красной смородиной. И они с удовольствием едят. По ягодке. Представляете, вот так медведь в лесу, он чернику, малину и прочее, он по ягодине наедается, наедается. И целыми днями. Чтобы жир накопить. Представляете, сколько ему нужно съесть ягод, чтобы сделать запасы на зиму жировые. Тюванькает.